Я думаю, что она такая красивая сегодня на видео. Да, у меня с ретушем здесь все. Привет, мои хорошие, с вами Селена Свей. Сегодня у меня очень много гостей, так что если на фоне вы услышите какие-то звуки, крики, шумы, знаете, как не переживайте, это моя лягушонка в коробчонке. Тут у меня целое семейство, короче. Сегодня видео фикс прайс, и его нужно мне сейчас быстрее снять, потому что я для своей племяшечки, вот она красавица, разрезает уже здесь ананасики. Скажи привет. Привет. Вот, она должна получить свои подарки. И первое, вот она разрезала ананасики, что я хотела сказать, что долго искала, случайно пошли мы с Данькой гулять на площадку. Там он увидел вот такую вот фигню, и полчаса ребенок пропал. Так, привет, скажи всем. Всем привет. Да. И, короче, когда потом мы уходили, вот это он разрезал все. Когда мы уходили, он такую серьгу закатил. Я говорю, зайка, я тебе куплю. Благо в фикс-прайсе таких много. И я на радостях взяла ему 4 такие упаковки. Они все разные. Вот, тут мороженка с арбузиками. Тут у нас вот яички с кукурузкой, хлеб. У нас теперь 4 ножа и 4 доски, да. Но самое главное, что разные эти штуки есть. Это сейчас 3, одну я ему распаковала, и сейчас, да, распакую тебе остальные. За это не мешай маме снимать. Смотри, что у тебя теперь есть. И да, это, короче, тема для детей. Я когда мимо ходила раньше этой вещи, я не думала, что ребенку так это понравится. Он реально увлеченный, вот это он склеивает, разрезает. Сейчас я ему дам, увлеку его и продолжу. Вот так вот они склеиваются. Единственный момент, что не всегда... Не всегда вот эта вот штука, которая склеивается, она хорошо склеивается. То есть, с которой мы играли там на площадке, она какая-то была более... Да, смотрите, держите, детки. Дэня, иди, не стой там сзади камеры. Вроде вот эти склеиваются нормально. Короче, они какие-то склеиваются хорошо, какие-то не очень. Я думаю, как раз, которые плохо склеиваются, мы их можем выкинуть, да? А которые хорошо, иди хлебушек разрезай. Вот. Сосиска, да? Смотрите, что нашла. Сосиску, племяху нашла. То есть племяха сосиску нашла. На, нож разрезайте, все, играйте. Нож, вон еще у мамы нож забирай, вот еще здесь. Вот, видите, никак, мороженка, например, она совсем не держится. Она вот так раз, и как, ну вот сейчас более-менее, а так она вообще какой-то... Я не мороженка, оп, все. Я вот не это... мороженка. Да на, мороженка, вот меня вот это бесит, блин. Так, это то, что я купила малому. Так, где мой свет? Света что-то мало. Но я надеюсь, что вам нормально будет. Я чуть как будто и загоревшая такая. Подмазываю лицо, на самом деле, автозагаром. Будет интересно, в инстаграме скажу, каким. Так, давайте теперь то, что я племяшке приготовила. Пусть она займется сейчас. В фикс-прайсе появились вот по 99 рублей. Смотрите. Ой, бежит. Это тебе, да, бежит. Качелька вот такая для деток. Ее собирать нужно. Это мой подарок. И вот такой манеж. Да, это твой подарочек. Да, давай сейчас качельку соберем, покажем. Соберем, покажем качельку. Это мой подарочек. Твой, твой. Смотрите, да, у нас все так и получилось. Смотрите, все очень просто. У нас вот такая качелька собралась. Мы сюда кладем нашу куклу, которая тоже продается в фикс-прайсе. Кто не знал, она даже пристегивается. И вот вам качается. Тебе нравится, Надя? Да. Ты будешь качать свою принцессу? А где кукайка? О, кукайка у тебя дома. Как ее зовут, кстати, у тебя дома? Куколька. Это же мы тебе покупали с Натой. С мамой тебе покупали. Ты помнишь куколька? Каждый день новое название. Каждый день новое название? Ну ладно. Короче, вот такая вот, значит, качелька. Еще манежик, да, давай тоже соберем манежик. С манежиком мы чуть-чуть запутались, отдали сейчас профессиональной маме Натали. Она должна все продумать. Там, короче, много разных трубочек. Много разных трубочек, которые... Нужно сложить и, короче, в какой-то там пропорции. Ладно, давайте продолжим. Смотрите, какую прикольную штучку я нашла. И уже я ей воспользовалась. Почему? Это у меня вместо фона музыку вставлять не буду. У меня как бы фикс-прайс детский и на фоне дети. Сзади сейчас стоит Денька и подсматривает, подслушивает, подглядывает. Короче, смотрите, это на самом деле чехол для телефона, короче, вставлять туда телефон. Смотрите. Я нашла на ручку его, поставила, вообще снимала вам, как раз пела в инстаграме. Вот так вот поставила, и все. И он стоит там. Очень прикольно. Ну, не падает, нет. Вот как бы нормально-то поставить его. Вообще классная штука. А ну-ка, ничего не трогай там.
Они есть разные цвета и стоят, по-моему, 50 рублей. Короче, я удивлена была, что такая простая фигнюшка сможет быть такой вот, на самом деле, полезной, функциональной в доме. Вот, чтобы телефон снять и поставить, его можно даже вот так чуть-чуть наклонить, что, допустим, в других каких-то подставках не получается, что телефон стоит вот так. А если вот так снимать, то так некрасиво получается. А если вот чуть наклонить, короче, вы поняли, да? Кто знает, тот поймет, называется. Так, дальше. Я купила опять свою любимую вешалку. Потому что у меня на одной все как раз-таки мои... Вес, уйди, пожалуйста, со света. Как раз-таки... Большой дядя ходит там, да. Все мои маечки вот такие тоненькие висят на такой штучке. Мне еще понравилось, и мне как раз еще одна нужна была. Вот она. Я взяла ее. Дальше, Деньки, я взяла вот такую книжку «Говорушки». Здесь мне понравилось то, что вообще детки очень быстро запоминают всякие стишки. Вот, например, поехали. На ладошке ехали в городе, ехали, гоп-гоп-гоп-гоп. На машине ехали, до Лада ехали, би-би-би-би-би. Паровозом ехали, до горы доехали, Все дети замолчали. И вот теперь раздался гром. Так, на, иди, смотри. Короче, я хочу учить всякие такие штучки, и пусть им повторяют, потому что мы только знаем из детства ладушки, сорока, что там были у бабушки, еще что-то. Ну, в общем, немножко, потому что я сама знаю немножко. Я себе купила, по-моему, эту книжку. Да, туалетная бумага, как всегда. Я люблю туалетную бумагу из двух... Ну, вы поняли, да? Два слоя, да. Я не люблю слишком толстую, потому что... Неэкономично. Так, ой, смотрите, что у меня есть за штука классная. Вот это вот мне понравилось. 55 рублей, вот это вообще приколюха. Мне не нравится, что у меня мало света на роже. Или это как-то горевшая, прям черная какая-то. Может, я переборщила с тенями? Короче, я давно хотела себе такую штучку. Это чтобы краситься. Такая раз. И красивая, главное. Я теперь с утра буду сторисы вам вести. Масочки вот так буду делать. Как? А еще, мне кажется, эта тема очень классно будет для зимы. Можно вот эту фигню спрятать, короче, вниз туда. И все, и ходите себе для зимы. Но она продавалась в отделе красоты, поэтому, скорее всего, это для красоты все. Короче, классная штука, я буду ей пользоваться. Так, что еще? Резинки я купила. Вот такие, а еще появились... Кстати, это мои любимые резинки, они у меня очень быстро теряются, вот такие. Я купила у них еще новые упаковки. Новые упаковки резинки, вот они. Мне здесь понравился пудровый цвет, здесь розовая пудрового цвета. Смотрите. Ой, их здесь больше, охренеть, их сколько тут. О, короче, вот пудровый цвет. Что, собрали? Манеж, иди покажи на камеру, Настюнь. Манеж, иди покажи. Вот мама молодец у тебя. Как ей удалось это? 100 рублей вот такие резинки стоят. А манеж вот собрали мы. Вообще манеж очень крутой, очень классный. И качелька, да, и качелька. Манеж и качелька. На, это все твое, будешь катать свою девочку. Короче, рекомендую. 100 рублей, мне кажется, это вообще ну, подарочек. Любимый звонит, он всегда вовремя звонит. Алло. Еще я купила вот такое вот, кстати, вы не пробовали? Мне очень нравится. Я опять не помню, сколько он стоит. Мать, весь посмотри, пожалуйста, или Натали, посмотри, сколько стоит. 99 рублей. Вы знаете, сколько в Пятерочке стоит? 198. А знаете, сколько в Магните стоит? 178 рублей в Москве. А в фикс-прайсе стоит 99 рублей. И он очень вкусный. Он очень вкусно пахнет. Там есть еще фиолетовый, но мне моя Леночка, темненькая брюнеточка, вот этот порекомендовала. Я второй раз его беру. Тот вкус, ну, запах не совсем то, что у Кари. Так, еще Кристинка покупала вот такую фигню 911. Я это брошу в сумку, буду с собой таскать. Здесь раствор хлоргексидина 3%, антисептик кожный, да. И я думаю, что как раз-таки вот с детьми там на улице раз-раз сделали, да пошли. Постоянно он что-нибудь там... Короче, нужно. А потом она говорит, я вообще раствор сюда сама кину. Нафиг надо переплачивать. Это стоит 50 рублей, а хлоргексидин стоит копейки. А еще я купила батарейки вот такие, 3 плюс 1, 100 рублей. Мне кажется, это дешево, потому что они дороже стоят на кассе в Пятерочке, да? А Energy модная. Так, помните, я вам показывала маникюр Fix Price, и там была очень, ну, пудра золотистая. Девочки, я купила себе, оказывается, я думала, что там один цвет, а я купила себе всех цветов эту пудру. У меня есть офигенная идея, которую я сделаю. Я сегодня хочу зайти еще в Fix Price, кое-что там купить. Мне уже девчонки
показывали, и кое-что сделать своими руками невероятное. Я думаю, что вам очень сильно понравится. Короче, пудры тут я взяла серебристую, темно-серую, какая-то с зеленым отливом, и белая, белая мне понравилась. Мне кажется, она будет вот такая, как мой палец. Вот. Мне кажется, вот такая белая будет на белом. Короче, пудры куча, и она пригодится не только для ногтей. Я покажу, для чего. Так. А еще батарейки. Это в разные разы. Я ходила в Экспресс, еще батарейки взяла. Так, и последнее, что я покажу здесь, это вот такое тесто я купила, короче. Но оно вот в такой штуке. Я уже Дэньке просто показывала. Что-то оно мне к тесту относится очень странно. Я когда говорю, вот, опа. Это фигня. Девочки. Мы такое покупали. Короче, высыхает это тесто, вот оно все должно быть в пакетике, его надо складывать обратно в пакетик, потому что, да, закрывать крышкой, складывать в пакет, потому что вот я пацану дала помять немножко и просто оставила, я не думала, что оно вот так будет. Но самое классное в нем, оно очень классное, мнется, оно супер классное, оно не оставляет следов, вот что мне понравилось, в отличие от пластилина, да. Здесь разные цвета, 4, 5, короче, 6, сколько-то там цветов. И вот я взяла, мне очень понравилось. Все, мои хорошие, я надеюсь, мое видео было полезным и интересным. Тут уже какая-то это, супер драка идет. Не знаю, показать вам. Не надо. Поэтому пора прощаться. И мы сейчас собираемся гулять, а мне жарко. И, в общем, я с вами прощаюсь. Куча впереди, много идей. Я вас люблю, целую, все для вас. Прощаюсь до следующего видео. Пока. Фух. Мне жалко. Просто кофе. Да.